первый человек был создан из хрусталя. И ходил по земле хрустальный человек. И позвал его Бог. Эй, человек! Но человек не отозвался. Он же был весь хрустальный такой, да, весь прозрачный, весь такой звонкий, весь такой чистый, чего ему было отзываться? И обиделся его, на него Бог, и разбил его нахрен. И создал человека уже из золота. И ходил по земле золотой человек. И окликнул его Бог. Эй, человек! Но золотой человек не отозвался. Он же был весь такой пышный, гламурный, драгоценный, легендный, золотой одним словом. И обиделся на него Бог. И уничтожил его нахрен. И создал человека из серебра. И ходил по земле серебряный человек. И окликнул его Бог. Эй, человек! Но человек не отозвался. Он же был весь такой чистый, антисептический, весь такой духовный, серебряный одним словом. И обиделся Бог, уничтожил серебряного человека и создал человека из бронзы. И ходил по земле бронзовый человек. И окликнул его Бог. Эй, человек! Но бронзовый человек не отозвался. Он же был весь такой мощный, тяжелый, монументальный, бронзовый, одним словом. И обиделся на него Бог и уничтожил его нахрен. И создал человека из того, что под ногами валялось. Из пыли, грязи, пищевых отходов. Из этого он человека создал. И ходил по земле мусорный человек. И окликнул его Бог. Эй, человек! И человек сразу голову задрал. И закричал, это я, Господи! Что тебе нужно, Господи? И сказал Бог, тьфу на тебя! Ты был хрустальным и молчал. Ты был золотым и молчал. Ты был серебряным и молчал. Ты был бронзовым и молчал. А что ты сейчас кричишь, что тебе нужно, Господи? Но человек не мог ему чему ответить. Он же не помнил себя ни хрустальным, ни серебряным, ни тем более бронзовым. А помнил себя только таким, как он есть. Из пыли, грязи, пищевых отходов. И сказал ему Бог, ладно, живи. И вот с тех пор он и живет, так говорят, не память.